Все мы были детьми. Мы росли, учились, узнавали. Каждый день для нас был открытием. Мы каждый день говорили «Вау!». Мы смотрели на этот мир, как на миллион возможностей, путей, дорог. Мы мечтали вырасти и отправиться в джунгли, пересечь пустыню, покорить горы, переплыть океан. Мы не могли этого сделать в детстве, поэтому мы мечтали стать взрослыми. Мы дышали полной грудью в ощущении того, насколько этот мир бескрайний. А потом все остановилось. Ровно в тот момент, когда ты решил стать взрослым. Мир стал казаться понятным, предсказуемым, простым. А на самом-то деле он не изменился. Изменился ты. В какой-то момент ты просто решил, что хватит. Теперь я взрослый, теперь я все знаю. Все друзья стали взрослыми, мне тоже надо. Мне тоже надо делать вид, что я все знаю, все понимаю, что я тоже устал. Но стоит тебе хотя бы на секунду ощутить себя ребенком, как в твою жизнь врываются джунгли, небо, океан и бескрайний мир. Тот самый, смотря на который ты говорил «Вау!». Тебе тысячи людей вокруг скажут «Не будь ребенком». Так вот, не слушай их. Чтобы быть ребенком, нужна смелость. У них ее нет. У тебя она есть. И им чертовски завидно. Потому что они догадываются о том, что ты счастлив.